Акова – это новый аромат и посвящен… Акова – это африканские племена. Посвящен африканским племенам вот такой флакон в виде растрескавшейся земли в пустыне. И это для племени Акова, которые из поколения… Поколения передают свои традиции, свою веру, как бы для мужчин, которые ищут веру. Вот. И Мартина создала этот аромат на основе секретного ингредиента корней именно африканского растения. Плюс ноты какао, инжир, пачули, ветивер, амбра и ваниль. Ну, то есть, перечисляя базовую ноту, вы уже все поняли о стойкости и о том, какой, насколько аромат может быть шлейфовый. То есть это даже не подлежит никаким вопросам. Очень необычный аромат, то есть может быть даже для сначала непривычный по звучанию, но надо всегда дождаться, вот в этом аромате дождитесь концовки, финала, потому что сначала он очень яркий и непонятный. То есть он для многих странный, но что-то новое. Вот. Но в шлейфе он потрясающий. Он такой дорогой, харизматичный для ярких мужчин, очень стильных мужчин.